Welcome. Добро пожаловать! Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Chill с Артемом Дмитриевым. Chill. Привет! Это Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Меня зовут Артем Дмитриев. Еще одна неделя позади, а значит, наша встреча неизбежна. Неизбежно, как движение планет. Неизбежно, как время, которая меняет наши тела. Неизбежно, как май, который наступает на нас. Неизбежно, поэтому я говорю тебе здравствуй. Меня зовут Артем Дмитриев. Благодарю каждого, кто написал мне комментарии по поводу медитативного выпуска. Все те смыслы, которые я вкладываю в каждое произведение. Долетают до тебя. И поверь, в этом ритме я чувствую свою миссию. Сегодня я приглашаю тебя придвинуться ко мне поближе. Да-да, не стесняйся, подходи. Вот оно, доступное нам бескрайнее поле. В центре — костер. Сегодня мы будем танцевать. И я очень хочу, чтобы музыка захватила каждого и крепко сжала в своих объятиях, как в старые добрые времена, когда ты впервые услышал Deep.
Я решил предаваться этому каждый месяц. Зачем ждать еще дольше? Отныне и навсегда каждый месяц с нами будет Deep. Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Горячо рекомендую зайти на официальный сайт artdmitriev.ru и познакомиться с нами. Мы делаем все, что связано со звуком. Наверняка что-то пригодится. Ну а сегодня я представляю себя... в теплой компании, когда за горизонт упало солнце, когда тьма приближается к нам, и посреди этой тьмы ярко горит огонь. Наконец можно сбросить маски и в танце выразить себя. Отринуть все ограничения, сбросить стыд, вину. Довериться энергии жизни. Я хочу, чтобы сегодняшний ритм проник прямо в тебя. Если ты прямо сейчас... пути. Если ты прямо сейчас бежишь, если ты прямо сейчас отдыхаешь, в своей гостиной, отбрось все это. Мы с тобой в поле. Вокруг тьма. И в самом сердце этой тьмы раскаленный огонь. Наши тела бьются в такт музыки. Все. Ничего лишнего. Я, ты, огонь и музыка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Thank you.
Поселившись в больших городах и окружив себя благами цивилизации, мы, к сожалению, отринули главное — наше естество. Те самые люди, бегущие по прериям, преследующие животных и высматривающих опасность где-то вдали, все это утеряно. Я мечтаю о том, чтобы цивилизация наконец закончилась и снова воспряли духом мы, полные жизни, полные энергии, полные естественных желаний, надежд и любви. Это чил на один час. Я возвращаю тебя в это состояние свободы, истинности. Очевидно, музыка располагает каждого к подобным переживаниям. Она проникает, минуя все ограничения нашего ума, в бессознательное. И словно скульптор, отсекая все лишнее, создает нечто прекрасное. Thank you.
танцуй. Если не можешь, представляй себя в диком движении, когда тело само просится отринуть все ограничения, обрести, наконец, свободу, выйти за рамки и почувствовать дип.
Я благодарю всех музыкантов, которые даруют нам эту радость, радость слышать и двигаться. Каждый день я восхваляю цивилизацию за такие бесценные подарки. И я надеюсь и верю, что мы найдем способ справиться с минусами этой жизни и аккумулировать ее в исключительные плюсы. Сегодня в музыкальной программе «Чилл» медитативные пляски. Трек-лист выпуска ищите на официальном сайте chillrussia.ru, а также в любом сообществе «Чилл» от Инстаграма до Телеграма. Ведь «Чилл» есть везде. Oh,
этой поэзии, которая предлагает нам музыка, к сожалению, не хватает в повседневной жизни. Наши жизни — это набор бесконечной рутины. Суета захватывает души людей. Заботы, дела. Совсем мало романтики. И вот сегодня здесь я за тем, чтобы напомнить тебе. Жизнь — это не только бесконечная куча дел. Это поэзия.
я был совсем маленький, у меня было развлечение. Я одевал наушники и шел гулять по родному городу. Мне казалось, что я нахожусь в большом видеоклипе, в котором саундтрек доминирует над происходящим. Все люди — актеры. Проезжающие машины — это декорации к моей собственной жизни. Было забавно. С тех пор эту способность мечтать я, к сожалению, частично растерял. Однако все еще удается вернуться в то самое состояние. И эти методы проверены. Я вновь одеваю наушники, выхожу на улицу, и мир преображается. Вместо шума города это Deep. Периодически получаю комментарии в разных социальных сетях о том, что мой голос вторгается в гармоничное движение микса. И что хорошо бы его убрать. Ну, во-первых, это абсурд. Музыкальная программа Chill не будет существовать без моего присутствия. 17 с копейками лет назад я сделал это возможным и продолжаю. А во-вторых, мы сделали особую подписку для истинных ценителей Chill, которая называется Chill Premium. Сегодняшний выпуск будет представлен там в двух вариантах. С голосом и с рекламой, и без голоса и без рекламы в оригинальном миксе. Если тебе хочется иметь подобную опцию, ты легко найдешь ее в Телеграме, или в приложении «Подкасты» от компании Apple, или для всех остальных в самом большом сообществе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Там нас почти 190 тысяч человек. Chill Premium — то же самое, что Chill, только лучше.
Большая ценность музыки для меня лично — это ее способность миновать любые размышления в голове, откинуть все мысли и попасть прямо в глубины психики. Откликаясь эмоциями, я чувствую, как реагирует мое тело. И вот я уже диджей, стоящий посреди бескрайнего поля. И где-то там огромный костер вздымается до небес. И вокруг него я вижу тебя. Ты закрываешь глаза. Я вижу твои естественные движения. И музыка ведет тебя. И я источник, а ты приемник. Это и есть настоящий чилл. We'll be right back.
Есть еще одно воспоминание, которым я поделюсь с тобой прямо сейчас, прежде чем мы закончим сегодняшний выпуск. Много-много-много-много лет назад я посещал разные клубные вечеринки, абсолютно не воспринимая алкоголь или наркотики, музыка была моей единственной ценностью. И вот как-то я оказался на одной вечеринке. Звуки проникали в меня, и я двигался в такт. Было по-настоящему круто. Я закрыл глаза, и прошло минут 20 этого естественного танца. И вот я открываю глаза, и вижу вокруг себя десятки людей, на лицах которых улыбки. В тот момент я почувствовал, что мы единое целое. Один большой организм. Удивительное чувство общности. Вечеринка продолжалась, я открывал и закрывал глаза, понемногу напитываясь этой прекрасной атмосферой. И вот прошли годы, и больше подобного качества я не встречал ни разу в своей жизни. Однако я не оставляю надежды, что в одном из городов мира мы встретимся и сделаем реальную чилл-встречу. И, конечно, там будет звучать дип. Господа и дамы, меня зовут Артем Дмитриев, я бессменный автор и ведущий проекта. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши донаты, за вашу поддержку, за ваш хейт, которого предостаточно во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Спасибо за жизнь. Если бы не было бы вас, не было бы и меня. Впереди вас ждет рубрика «Классика», ну а мы услышимся спустя неделю. Пока. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.
Hold of my mind, another day.